producing deserts were destroyed. The world powers dependent on them collapsed. And in their wake, the Federation began to rise. The Federation united all of South America under one banner and devoured everything in its path as it moved relentlessly to the north. Ребята, всем здрасте, начинаем сегодня опять играть в Call of Duty. Shots, едем дальше. Hi, how are you? Let's go, you everybody. Wow. And here, just beyond the craters of No Man's Land, we find ourselves in a defensive war against a more powerful enemy. Okay, let's go. This is a wrestler. Hi, how are you? Кто там подсоединился к нам? Первое сообщение. Hi. От Ху Джорджа. Let's go. Опа, пошли. Куда дальше? Явно не сюда. А, вот сюда. Идем посмотрим дальше. Что-то я замолчал, сижу такой, играю. Побежали за оленями, они нас выведут. Молча нельзя играть. Ох ты, собака, молодец. Окей. Агари, let's go. Окей, идем. Побежали.
Пошли, пошли, пошли. Ребята, let's go. Трубу. Идет ожесточенный бой. О, граната. Ту. Ах ты гадил. Они нас оседлали. Мертвый уже. Тихо.
Сядь, сядь. Сел. Отсиделись, отсиделись. Мы тебя снимем отсюда. Все? Оу, ты граната прилетела. О май гад. Бежишь шаг. Let's go. Заново. Вертолет готов. Едем дальше. Меняем. Вперед. Вверху нет. Остались все только внизу. Ух ты, ё. Отойди, блин. О! Бежал. Зацепил его. Оп. Следующий. А! Не успел. Фу. Гад! Завалили! Теперь заново все.
Ну ладно. Второй заход пошел. Блин, патрон закончился. Все, хана вертолета. Ой, май гад. Опять попал. О, май гад. Все заново. Let's go. И сидим, молчим. А, пока он. Гонка у меня стреляет. Ну вылезай оттуда. Надо больше, ему два патрона маловато. Откуда прилетел? Нормально. Ах ты, блин. Все. Лёг.
этот есть. Где вертолет? Yes! Let's go. Оп. А где мой автомат? О. Поехали. Окей, это мы прошли. Дальше. What country do you? I'm speak Russian. Лос-Анджелес, что ли? Да, Лос-Анджелес. Класс. Едем. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ру-ру-ру-ру-ту-ру-ру. Где мы сейчас? На Санта-Монике? Let's go find the old man.
Приехали на главный пункт управления командованием. Отец, привет. Окей, прошли это. Their recon teams round up scavengers, drift ups, hoping to find a way into the city. It's how they took Dallas practically overnight. So how can we help? Dad. Listen, you boys. You're the only thing I've got left in this world. Dad. But you're also the only ones I can trust. Hey, look. Whatever it is. Santa Monica. Ready. You two are going to no man's land. Wait, for real? We've been on the defensive for far too long. So I'm sending you outside the wall. You'll link with a recon team. Yeah, they'll tell you to get in on the enemy and get your asses back. Военные корабли, танки. Somewhere you know better than anyone. You're going home. Let's go. Идем дальше. Смотрим, что тут. Стопэ. Пес вперед. О-о. Ничего себе, ударчик такой. Пошли, пошли. Вау. Красиво. Давай вперед, я сзади. О, ничего себе. Не бойся, мы с тобой. Here we go.
Окей, пошли дальше. А этот готов. Окей. Сейчас прошли с первого раза все. Погиб я? Ничего себе. Вроде стрелял. Так, смотрим. Окей. Опять погиб, что ли? Давай. О, мой бог. А, ну давай еще разочек. Сейчас получилось. Нормально, нормально. Зашли. Оп. Граната. Садись, садись, чё? Убегай! Всё, побежали. Едем дальше. Тихо. А, вон стоит. Стреляет. Один. Сверху или снизу. А, вон сидит. Что он там делает?
Ох ты, блин. Ах ты, гаденыш. Этот стал заслонил с собой. Перестрелки. Кто там откуда стреляет? Где кто? Окей. Дальше идем. Сейчас здесь будет. О, едут. Здесь надо быстрее бежать. Убили нас?
Надо собаку посылать, да? Ползем, ползем. О, мой гад, убили. Let's go, let's go. Как я тут пролез? Куда идти дальше? Ползем, ползем. Уже рядом. О, сколько вот здесь. Сидим.
Блин, как проползти? А мне в каком направлении, в этом? Ну эти долго будут стоять, интересно. Сколько они не будут стоять? Тихо. Здесь тебя видно. Песик. Сколько вас там? И там много, и здесь много. Надо как-то обойти. Попали мы в засаду. Что делать? Здесь как? Ушел он. А, я здесь никак не могу пройти. Ну ладно. Полезли сюда. Здесь не могу. Лезем на рожон. Наглый. Блин, чувака придется закушивать. Я не сюда пополз. Мне надо было там, возле стены. Но этот успеет выстрелить. Ладно, сидим, ждем. А, ну все. О май гад. Окей. Куда ползти этот? Но они там вдвоем стоят. Так, ползем. Окей, хорошо, ладно. Нам надо вот здесь, туда нельзя перебегать через дорогу. Вот здесь мы можем проползти. Вот они втроем. Да что ты будешь делать, эти машины, как их обойти? О май гад. Где-то я вот здесь проходил в тот раз. И чувак там ходит еще. О май гад, что делать? Как же быть? Двоих я сразу не скушаю. Точнее троих. Этот еще там ползает. Окей, поползли в другую сторону.
Давайте попробуем этого сожрать. О, съели, получилось. Я думал, шумно будет. Вот как-то отсюда, с этой стороны я заходил. Ну и чё, сидеть здесь ждать? Они меня не пропустят. Там я уже пробовал проходить. Пес через этот прошел. Ну ладно, поползли. А может и здесь? Ну, я нажал на L1. И чё? Вот так. Ну все, ну. Их там трое стоит, как пройти? Блин, ну я в тот раз как-то же прошел. Ну вот они убили. Ну попался. Потихоньку надо. О. Так, эти далеко, а эти близко. Так, этого не получается. Может тогда вот на этих? Может, англы пойдем? А чё, я не могу здесь пройти? О май гад, и здесь не могу. Я возле его ног прошел. Здесь не могу. Все, услышали, убили. Давай, давай, давай. Поехали. Чёс. А чё мы не можем ползти? А нам точно сюда надо ползти? Да, сюда. Не, ну тогда мне понравилось между этими двумя, так и прополз в нагло. Ну все, убили. Ой, застрял я тут, короче. Ну туда получилось. Угу. Нет.
Что это мне дает? Ну, я вот нажал и... Траву вижу лучше. И что это мне дает? Стоим, ждем этого чувака. А эти даже не слышат. В 5 метрах от них. Куда мне вообще надо пройти? Что, прошел? Да не прошел я, ёпарс. Троих должен завалить, что ли? Я не понял. Ну ладно. Ползем, короче, еще разочек. Валим этого чувака. Сейчас он к нам возвратится. Или можно не валить. О! Это что нам дает? Ну вот, я смотрю близко. Вот он стоит. Там еще один, вот еще один. Ну и что мне это дает? Увеличил я, нажал. Дальше что? Че, он убежал? Мне куда надо идти? Ай, просто, ну колдете, ну зачем вот эти вот вы делаете? Ну ползем, ползем там, дошли до... Ой, май гад. Ползать тут полчаса, вот-вот мне интересно, я ж потом брошу играть. Дополз, все сделал почти. Куда дальше? Ничего не пишет. Куда дальше идти? Или надо по одному их уничтожить? Ну и промазал еще. Ой-ой. А-а-а. Послушать надо было. Ладно, слушаем. Все? Roger,
на русский переведет. А, вот, все, метры появились, все отлично. Фу, блин, я думаю, что это надо было сделать. Сейчас этого подождем, чухана. А, вон они уже там. Они уже здесь. А, вот что я неправильно сделал. О, фу, блин, слава богу. Летгер. Вот неохота быть собакой. Побежали, побежали. Едем. Волк. Волк. О май гад. Волки напали. И что? Ну, я нажал на эту кнопку. А, просто нажимать. Ага. Вау! Крось, крось. Красиво, спасибо, чувак. Ну, пошли дальше. Ребятишки подошли вовремя. Let's go. Наш четверо, да? И собака пятая. О, вот это интересно. Сейчас тут начнется. О, силач. А тут море. Машинки ездят. Едем дальше.
Ох, попал. Попал я. Не на того. Пошли. Ух ты! Ну, ёпарас. Залез, залез, пошёл. Окей, let's go. Дошли, сейчас на стадион, окей. Всё? Окей. Рубимся дальше. Что-то я сегодня молчу вообще. Ни о чем не говорю. These were the men Dad had spoken of. The ghosts. And someone dared to go against them. They were headed to San Diego. Territory to find my man Ajax. Ghosts. We only imagined them. Now we were determined to be one of them. Look around the press box.
Подожди, дай я ногу дотеру. А то у меня коленка заболела. Что это значит? Еще бы хотел узнать. Лукан. Окей. Что бы вы говорили, куда смотреть, что дальше делать? Окей, вот машинки, снаряды. Что надо сделать? Так, здесь у нас заборчик. Ну, что дальше? Четверо человек играют в футбол. Окей. Здесь что у нас? Ну что делаем дальше? Посмотрели, у них здесь склады находятся на стадионе. Что надо сделать? Сюда надо было. Ну, а просто посмотреть надо было, ёбарст. Сейчас пулемет будет. Окей. Это мой. Ух ты. Ё. Вот это пушка. Вот это сейчас я постреляю. Ну, стрельнул я. Заново? Ну ладно, пошел, взял. Ну, окей, ладно. Взяли, пошли. Что надо сделать? Стрелять. А где у нас здесь трак? Сюда что ли? Я не вижу, где трак.
Где он? О! Просто. Ай, колодить. Ну вот, я взял, окей. На русский могли бы перевести, а? А то непонятно, что надо делать. А, в этот раз. Интересно. То есть они сейчас их подзорвут там, да? Получается. Кто меня там? Эхо. Не нужно. Ну поехали дальше. Чё? А, автомат. Где? А где автомат? Ладно, побежали. Они меня ждут. Ну, молодцы. Идем, идем. Окей, залезли. Ну что? Вперед, let's go. Вау, вот это мне нравится. Уже на автомобиле тоже покататься. А мы едем на базу. Ох, не вышли так. Еще разочек. Быстро надо побежали, побежали, побежали. Фу.
Это наш? О, май гад! Ну, бляшка, рядом было. А, вот здесь надо вот ребят закончить. Оп, упал. Ляж. Ляж. Ай, блин. Серджио, ну рядышком же был, но... Где кто? Твою мать, а? Откуда он там бьет? Это свой. Где его засаживаю? I'm sorry, I'm sorry. Это наш.
задолбал-то. Так, все, побежал. Ох ты. Окей, что надо делать? А. Да, на стадионе интересно воевать. Сегодня вообще как никогда. Окей. Пошли, пошли, пошли. Так, R1. Сел. Ага. Да блин, никак не попаду. Что за ерунда? Присел. Есть чем-то. Одного загасил. Ух ты. Секс, секс. Это наш? О, гранат. Ooh.
Ну чё, кто открывает? Красиво он его сделал. О, он теперь у меня. Блин, это плохой автомат. Конечно, блин, не прицелишься. Но зато для ближнего боя хорош, да? Что надо сделать? Куда все ушли? Я никого не вижу. А, вот сюда. Сори. Окей, okay. Let's go. О, ранили. О, Джек. О, ёпта, плохо, плохо. Все? О, май гад. Побежали, побежали. Сразу завалили. Так нельзя вот так убросаться. Ничего, все собака да. Сядь. О.
Блин, автомат вообще. Сядь. Сядь. Сера, ты можешь сесть? Надо уметь с любых автоматов стрелять. О, граната. Загасили меня. А что случилось? Конец трансляции? А, это наш. Так нельзя идти вот так. Это считается плохо. Надо аккуратно, потихоньку выстреливать. О май гад. Ну ладно.
Еще раз повторю. Блин. Майгад. Граната же летит, он же тебе показывает. А куда мне бежать? В какую сторону? Take it off!
Блять, его уже убили, серый. Soldiers recovered our fallen before, but not like these men. There was a reverence to how the ghosts treated Ajax. The exact opposite of how he must have died. If his men were killed, he'd take his time. He was actually hunting the ghosts. But here, once again, the Federation was attacking us. And we were headed into chaos. Somewhere in the middle of that battle was our father. В эфире мы или нет? Нет, не работает.
Что это было? Вот это да. Вот это больно. Friendly's are moving into the control. Watch your fire.
Ух ты. Класс, у меня вообще. Бежал.
your father's not there anymore. Dad, this whole time you were one of them. That's your commanding officer. You boys have no idea how hard this was for me. But once I make a choice, there's no turning back. You and your brother still have a lot to learn, but you passed all your tests. Welcome to the Ghosts. Ready? We believed it. There's no way you ever could. I'm proud of you. Both of us. It's all well and good. But what the hell are we gonna do about Rourke? Rourke. That's the guy running the Ghost Ring. Yeah. He's good. Very early. And he needs help out. How's that possible? He was one of us. It was 12 years ago when the Federation's military threatened all of South America. Their leader, General Almagro, demanded all U.S.-born citizens be imprisoned or executed. It was Rourke who convinced Washington to let the Ghosts solve the problem. The U.S. sent an invasion force to destroy the Federation. Rourke led us to eliminate Almagro. But Rourke became obsessed with it. He talked of the man as if he were a bounty. And it was clear he would stop at nothing to claim that prize. У нас дальше чат идет. Он уже останавливался. Какие-то проблемы были с ним. To us, Rourke was a legend. A man who walked through hell and not get burned. Вот это уже полетело. Попали что? О! Кто стреляет? Откуда? Кто откуда стреляет? Вообще не видно. Теперь понятно, кто откуда стреляет. Thank you.
Ёпорост. Все, ребята, всем спасибо. До завтра. Завтра еще, может, сыграем, если получится.